Старинный сад Пети – последний из яблоневых садов, который удалось сохранить в Мельбурне. Этому саду 100 лет. Он прячется в долине реки Яра и со всех сторон окружен кустарником. Сегодня здесь проводится яблочный фестиваль, на котором можно попробовать яблоки старинных сортов. Цель Дня яблок Пети одна – сохранить разнообразие яблок и сказать, что людям нужно защищать то, что растет у них во дворе. Питер говорит, что когда-то в Австралии росли тысячи сортов яблонь, и если люди не будут ценить эти деревья, то они исчезнут. Знатоки дорожат коллекцией яблонь древних сортов этого сада. Здесь собрались энтузиасты, которые познакомят вас с историей сада, научат различать разные сорта яблок и расскажут об их пользе. У меня есть дерево. На нем привито 6 различных сортов яблок. На каждой ветке свой сорт. Мне интересно заниматься этим делом, но здесь я раньше никогда не был. Замечательно, что здесь так много людей. Киоски с продуктами, изобилие фруктов и экскурсии по старинному саду никого не оставят равнодушным. NTD, Мельбурн, Австралия. Oh, sorry. All right, that was really...